Снеговик, елка и разноцветные огоньки. Сразу понятно, что скоро Новый год. И пусть это проходная только для одного участка цеха, праздник почувствовать хочется всем. Так решили однажды цеховые активисты и отправились к руководству. Инициаторами были женщины, чтобы было также на проходной красиво. Ну, в 2013 году впервые был сделан снеговик и вырезан баннер, который вот висит с Новым годом. Традиция прижилась. Более того, композиция с каждым годом становится все больше. К елке, снеговику и баннеру присоединились красочные фигуры. Все они сделаны руками работников цеха. В свой обеденный перерыв выпиливали, раскрашивали, придумывали крепления и устанавливали. А чтобы картинка стала еще ярче, электрики и энергетики подсветили новогодний сюжет. Когда, значит, будет темно, то фотодиод включит гирлянды. А днем выключают, водители едут, ну, все довольны. И люди, которые идут на работу, также, скажем, при виде такой проходной, ну, довольны. К новогодней экспозиции приезжают целыми семьями, чтобы сделать фото на память. Но больше всех радуются те, кто воплотил идею в жизнь. Ведь дарить подарки всегда приятно.